Ну, у нас из всего могут деньги заработать, да. Вот, я, в принципе, считаю, что, конечно, переходить на систему бакалавриата и магистратуры нужно. Это не как раз не часть болонского процесса, это часть всемирного процесса, который у нас был до революции. И, значит, он еще идет со средневековых университетов, когда, по сути, было три, да, как бы ступени: бакалавр, магистр, доктор. Ведь на самом деле, если мы вспомним советскую систему, то есть, во-первых, она была, так сказать, нечто свое такое особое, да, во-вторых, она была более сложной, да, то есть был выпускник ПТУ, потом был выпускник СПТУ, потом был, значит, как бы специалист, вот, потом был, значит, кандидат наук, доктор наук, ну, то есть, на самом деле, степеней, да, вот этих дифференциаций штанов, да, вот, ее было значительно больше, да. А на самом деле надо нам приходить к тому, что вот есть бакалавр. Это может быть как выпускник колледжа, входящего в университет, так, допустим, и выпускник как бы вот бывшего ПТУ, который теперь является колледжем. И это тоже бакалавр. И это вот как раз и будет та самая рабочая интеллигенция, да, со своим престижем. Да. Есть магистр, который получает уже такое вот высшее образование, так сказать, на рубеже науки. Да. Есть уже доктор, который является непосредственным ученым. Все, вот как бы вот три степени, которые на самом деле отработаны уже даже не годами, а веками, в том числе и нашим, революционным российским опытом. Мне кажется, вот здесь этого как раз бояться не стоит. А другое дело, что там с коррупционными схемами нужно работать. И что касается вообще платного и бесплатного образования, я, наверное, вот являюсь сторонником такого подхода, что нужно, чтобы оно было по сути бесплатным, а квазиплатным. Что имеется в виду? Да, то есть, конечно, не хочется, чтобы государство, например, тратило деньги на бесплатное обучение выпускников элитных школ, которые являются детьми очень обеспеченных родителей, да, и которые потом уезжают и приносят пользу, да, вот в зарубежных юрисдикциях, да, в тех же самых США и так далее. Да, вот здесь есть что-то вот небольшой диссонанс. Да, вот когда мы говорим о бесплатном образовании, то вот есть такой момент. Да. Может быть, внедрить систему абсолютно доступных и иногда даже условных, да, вот кредитов на обучение. Вот, под тот же самый американский опыт, да, 0,3% годовых, которые ты либо вообще не возвращаешь, вот, если работаешь там в определенном списке профессий, которые государство, значит, назовет приоритетным, да, либо возвращаешь, если ты, например, получил какую-то экономическую специальность, да, вот там сильно-сильно позже, там через течение 20 лет, под тот процент, который я назвал. Вот. Ну а если уезжаешь за рубеж, тогда извини, вот изволь вернуть деньги. Мне кажется, эта система будет гораздо более справедлива, чем вот тот самый симбиоз, когда вот из бесплатного советского мы перешли, вот сохранив его, и, конечно, когда государство, вот как я уже повторил, готовит, значит, тратит деньги на, значит, подготовку и так детей, которые и так уже получили больше шансов жизни, да еще и на подготовку тех, кто потом уедет. Вот это, наверное, не совсем правильно.